Вопрос, как гарантированно получить крупные поры, когда это возможно и нужно ли? Чтобы получить крупные поры, нужно понимать, что рецептура предполагает наличие этих крупных пор. Например, тартин или чиабатта. Французская булка изначально не предполагает крупные поры, но мы можем этого добиться, если будем увеличивать гидратацию. Собственно, как получить крупные поры? Крупные поры зависят от количества воды в тесте. Если это плотное тесто, стремящееся к консистенции бубликов, то про крупные поры говорить не стоит. Если это гидратация 70+, тогда уже речь может идти о порах. Также здесь важен замес, он должен быть сделан качественно. Если это технология, например, тартина, которая не предполагает нам замес в спиральнике или планетарнике, предполагает ручной замес методом складываний, то складывание нужно проводить максимально эффективно, чтобы клейковина внутри теста у нас развивалась. Также важно, чтобы тесто было выбраженным, потому что даже если тесто гидратированное, то невыбраженное тесто не даст нам крупных пор, и также перестойное тесто не даст нам хорошего объема. И, конечно же, самый первый этап – это закваска. Закваска и опара. Если опара будет перестоявшая, перекисшая, то мы вносим излишнюю кислотность в тесто, тем самым эта излишняя кислотность во время брожения у нас будет разрушать наши клейковинные связи, и значит мы не получим с вами крупных пор, потому что клейковина будет разрушена, и порам будет не из чего образовываться. И вторая часть вопроса. Когда это невозможно? Собственно, это невозможно, когда технологически хлеб был изготовлен неправильно, когда была пониженная гидратация, когда была перестоявшая пара. Вот. А по поводу нужно, я думаю, что каждый сам решает за себя, потому что, например, когда кто-то расстраивается, и девчонка говорит, что не получились поры, то семья им на это говорит, что дырки нужны были только тебе, нам все нормально, мы намазали маслом, мы налили варенье, и у нас ничего не провалилось в твои крупные дырки. Вот. И важно соблюдать технологические процессы, которые указаны в рецептурах.